На минувшей неделе к административной ответственности привлекли около 50 водителей, у которых не было полиса ОСАГО. Штраф за отсутствие страховки в 2019 году остался прежним – 800 рублей. А вот размеры базовых ставок и коэффициентов изменились. Сегодня Центробанк обнародовал новые тарифы ОСАГО. С нового года коэффициент расчета документа автогражданской ответственности напрямую зависит от стажа и возраста водителя. Дороже страховка обойдется тем автовладельцам, кто недавно получил права. Например, для водителей младше 22 лет со стажем вождения менее 3 лет коэффициент страховки повысился почти в 2 раза. Минимальная цена базовой ставки для легковых автомобилей стоимостью до 3 миллионов рублей составит 3432 рубля, максимальная – 4118. Также следует отметить, что в этом году автовладельцы вправе самостоятельно выбирать тарифные планы и менять принцип оплаты полиса. С 2020 года базовую ставку отменят. Сумма страховки будет устанавливаться индивидуально после переговоров водителей с агентами страховых компаний.